Step-out, здравствуйте, мы Stray Kids. Награду новичков можно получить лишь раз, прямо после нашего дебюта. Поэтому я считаю, что это очень важная награда. Я надеюсь, мы сможем победить в номинации «Лучший новый артист». Все 9 из нас хорошо работают как группа, и это ощущается по-разному на сцене и вне. И все участники хорошо выглядят. Каждый имеет свою индивидуальную внешность, что мне кажется нашей силой. На мне линзы. Ты что? Хочешь беспокоить меня? Что ты имеешь в виду? Я просто делал так. Чьи это зрачки? Это кольцо. Это кольцо. I am you. Вы считаете меня красивым? Не только сегодня. Только сегодня. Это своеобразный микс, но он вкусный. Это миндаль со вкусом персика. Я хочу попробовать. Это странно, не так ли? Но очень вкусно. Пять минут до начала шоу-кейса. Пять минут до открытия. О боже. Это место переполнено людьми. Я нервничаю. Перевернем все с ног на голову. Файтин! Привет всем! Прошло много времени. Я выбираю номер 10. Еще увидимся. Человек, который получит этот полароидный снимок, будет очень счастлив весь день. Я тоже буду очень счастлив. Простите, я не очень понимаю, о чем говорю. Скоро увидимся. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, последний. Раз, два, три. Раз, два, три. Это наше камбэк-выступление. Привет. Толкер, пока-пока. Как думаете, это будет транслироваться часть, где я неправильно спел? Это может быть транслировано. Я иду вслед за тобой. Ты должен быть в ловушке в эти дни. Я думала, это я иду вслед за тобой. Я иду вслед за тобой. Если ты не сделаешь так же, то будут большие проблемы. Почему? Всегда, когда я делаю селфи. Я не буду играть с полароидом. Не буду. С милой улыбкой. Раз, два, три. Фотография должна получиться великолепной. Это фотография. Полароидная фотография, которую мы лично сделали. И которую собираемся отдать Stray, которые пришли на нашу предзапись. Я выбрал номер 22, который часто выбираю. Много людей пришло даже в такой поздний час. Прошло много времени с тех пор, как я получил письма. Спасибо вам. Я собираюсь прочитать их все. У меня день рождения. У меня сегодня день рождения. У меня сегодня день рождения. Скажи мне что-нибудь. Нам стоит сказать словами или телом? Чего? Скажи мне что-нибудь. Сегодня я именинник. С днем рождения. Он продолжает заставлять других сказать ему что-нибудь. Лино, с днем рождения. Это все? Тогда что я должен сказать? Желаю здоровья. Я не настолько рад, что ты был рожден, Лино. Но все равно с днем рождения, Лино. А, спасибо. Я подготовил подарок. Пойдемте, Толкер, пока. Это моя первая роль ведущего на Mnet. Я так нервничаю. Я приложу все свои усилия. Я буду все время шутить. Ты как, Сэнмин?
Верно, но Сынмин... М Countdown Halloween Part скоро закончится. Это плохо. Я так нервничаю. Мне нужно лучше стараться. Файтин, стой! Посмотрите на этих маленьких малышей. Вы одногодки. Я имел в виду детей, не малышей. У меня всегда золотые или серебряные очки. Но сегодня на мне черные. Как вам? Мне идет? Лунная походка. Миленькая. Лунная походка. Скорее всего, это выглядит лучше на камере. Ей не знает, как ходить самостоятельно в туалет. Ага. Чанбин, ты самостоятельно ходишь в туалет? Ага. Чанбина, что? Сходи со мной. До недавнего времени Йенни не мог ходить туда сам, ибо он боялся. Чанбин, я тоже не могу сам туда пойти. Сходи сам. Или просто не иди. Айен, что? У нас сейчас будет живое выступление, ты не нервничаешь? Наш Йенни так вырос, ты не нервничаешь, я так горжусь. Он столько раз ударил меня. Я горжусь Айеном. Тише, Айен хорошо отрепетировал, будь тише. Нет, Чанбин, ты все испортил. Ты не можешь сказать, я привык просто благодарить. Айен, когда я тебя спрашиваю, хорошо ли ты отрепетировал? Вчера Хан перепутал слова. Отличная работа, Хан. Мне так жарко. Я поменял свои серьги. Феликс читает свой текст костюмеру. Это так восхитительно. Восхитительно. Он повторяет свой текст ведущего. Меня укусил в палец комар. Мой палец онемел. Толкер, это подарок тебе. Давай я тебе помогу. Я иду. Уджин, выходи отсюда, оно пищит. Перевод предоставлен фансаб-группой Stray Kids District. Озвучила Айка. Спасибо за просмотр.